Привет, я Света Соловьева. Я нахожусь в России, в Вологодском тренажерном зале «Бледень», который создал мой тренер Евгений Хрусталев. Я занимаюсь у него уже 12 лет, и даже находясь в Торонто, я часто связываюсь с ним в скайпе, чтобы спросить совета по поводу тренировок и питания. Результаты меня вполне устраивают, и мои друзья часто спрашивают, как я добилась их. Сегодня у меня есть возможность поговорить с моим тренером и спросить его. Женя, привет! Привет! У тебя есть минутка? Да, как раз обычно. Можешь рассказать, как обычному человеку добиться результатов, быстрых результатов по поводу изменения пропорций тела в тренажерном зале? Да, конечно. Ну, на самом деле, мы же уже живем в 21 веке, и получается, что каждый год, каждую пятилетку, наверное, все больше открытий делается в этой области. А поскольку нам катастрофически не хватает времени, то есть мы все хотим успеть и поработать, и в пробках отстоять, и поучиться, а еще изменить свою фигуру. На самом деле уже существуют технологии, которые, если ими овладеваешь, то ты получаешь короткие, комфортные тренировки, там от 25 минут до 35, и тут нужно разделить, наверное, на три составляющие. Кто-то хочет просто удержать спортивную форму. Раз. Вторая цель. Кто-то хочет увеличить мышечный объем, стать более пропорциональным. А кто-то хочет уменьшить объемы за счет уменьшения жировой прослойки. В любом случае, конечно, лучше консультироваться с тренером, потому что здесь очень много вопросов задавать. И ответов получать, чтобы правильно составить программу. Какую продолжительность рабочего дня, учебы, там, дети, женат или там замужем, какие-то минусы по здоровью. Но в первую очередь, что здесь происходит, это оздоровление в любом случае.